пишите, дайте знать. Все отлично, плюсики есть. Если все готовы, то мы можем начинать наш сегодняшний вебинар. Во-первых, хочу сказать спасибо моим партнерам компании FunSun, что дали мне такую возможность делать презентацию по Армении. Также спасибо вам, что нашли время и подключились. Меня зовут Наира Товмасян, я директор принимающей компании в Армении. Сегодня мы будем говорить, так как на носу у нас новогодний сезон, зимний сезон, мы сегодня будем говорить именно про то, что можно делать зимой в Армении, во время новогодних праздников, что можно делать. Я знаю, у вас будет много вопросов, вы можете все вопросы написать тут в чате. Я постараюсь либо по ходу презентации, либо после ответить на все ваши вопросы. Ну, что могу сказать, что осень, вот сейчас вот сентябрь, октябрь, это топ-пик сезона для Армении, и осень очень хорошо продается, потому что у всех уже, ну, все уже знают, что Армения, она очень популярна осенью, своей бархатной погодой, своими фруктами, ну, фруктами, овощами, именно которые созревают в этот сезон, поэтому вот с продажами проблем именно в этом сезоне у нас не бывает. Но очень многие задаются вопросом, что делать зимой в Армении, потому что часто коллеги, даже те, которые работают с нами уже долгое время, очень много нюансов про зимний туризм не знают, поэтому мы решили с вами сегодня именно поговорить про зимний туризм. Кстати, чтобы я не забыла, я буду благодарна, если вы останетесь со мной до конца вебинара и будете внимательно прислушиваться к моей презентации, потому что в конце у нас будет викторина и два приза от меня. Просто будьте повнимательнее и в конце можете выиграть какой-нибудь из моих призов. Вот. Давайте тогда начнем презентацию. Ну, несмотря на то, что если среди вас есть люди, которые всегда смотрели мои презентации, они знают, что я про это всегда говорю, но все равно мы понимаем, что все-таки есть еще люди, агенты, новички, которые этой информацией не владеют, поэтому я всегда не затрудняюсь повторить и повторить. Это очень важная информация, что граждане Российской Федерации, они могут въехать в Армению как по загранпаспорту, так и по внутреннему российскому паспорту. Для детей до 14 лет свидетельство о рождении не действует, они только могут въезжать в Армению по загранпаспорту. Факт, что ребенок вписан в паспорт родителя, тоже не помогает. Обязательно нужен загранпаспорт. Тоже актуальная тема, тоже часто спрашивают, поэтому про это, думаю, стоит говорить. С какой валютой лететь в Армению, работают ли российские карты в Армении? Скажу так, российская карта МИР в Армении работает. Иногда бывает так, что, ну, так как очень нестабильно, иногда бывает, что вот вдруг ВТБ, например, не работает один день, второй день работает, то попадает под санкции, то еще открывают. Поэтому в целом из нашей практики мы можем сказать, что в 95% случаев карты МИР в Армении работают. Не работают карты российских банков Visa и MasterCard. Я знаю, что они работают в России, потому что они работают по какой-то местной системе, но так как в Армении Visa и MasterCard, они обслуживаются международными вот этими системами, то российские Visa и Master не работают. А вот карточки МИР можно, и карточками МИР можно и расплачиваться, и снимать деньги с банкоматов. Но в любом случае, так как очень часто то в этом банкомате карта не работает, то в этом, в другом магазине может не сработать, ну, смотря это карта какого банка, либо смотря это какой период и какой банк там под санкциями или уже сняли под санкции, то мы всегда, всегда рекомендуем обязательно иметь с собой также наличные деньги во избежание всяких
всяких таких ситуаций, когда вам нужно расплачиваться, и у вас денег нет. Ну вот вчера именно один из наших партнеров мне написал, спрашивал, какую валюту охотнее всего меняют в ваших обменниках. Ну, охотнее всего, не знаю, все валюты меняют, и рубли, и евро, и доллары. Просто по логике, если у вас ваша местная валюта рубли, зачем менять их в доллары и в евро? Это будет двойная конвертация, потому что здесь обязательно нужно поменять в драмы, потому что по закону Республики Армения, как и впрочем везде, расплачиваться валютой невозможно, только возможно местными деньгами. К сожалению, проблема рубля в том, что курс, он очень нестабильный за последнее время, то есть вы можете... Может так случиться, что вы посмотрите курс до вашего прилета в Ереван, приедете в Ереван, он уже будет другой, но это ситуация, которая ни от нас, ни от вас не зависит. Про Армению. Все вы знаете, что Армения – это страна, которая находится в Армянском Нагорье. У нас умеренно континентальный климат. Кстати, я не знаю, как, ну, не успела посмотреть просто, какая погода в Москве. Могу сказать, что сегодня в Ереване там плюс 27 градусов. Очень комфортная, вот такая умеренная, бархатная летняя погода. Очень приятная для поездок, потому что... Летом бывает, ну, плюс 17, в Санкт-Петербурге тоже, в принципе, неплохо. Летом бывает очень жарко, хотя, когда мы выезжаем за город, то есть выезжаем за пределы Еревана, это всегда комфортнее, потому что горы уже получается свежо. Но сейчас прям очень-очень такая комфортная погода. У нас временной полюс плюс 1 час к московскому времени. Очень комфортно в плане также общения, потому что 80% населения говорит на русском. Сейчас очень много также иммигрантов из России. Можно сказать, что вот процент увеличился, и вот проблем с общениями, с общением нигде не бывает. Ну, наша валюта – это армянский драм, вы знаете. Курсы приблизительные на сегодня, этот 1 рубль равняется 3,7 армянских драмов. По сравнению могу сказать, что в начале года это был 1 рубль 7, где-то 6,8, 7 драмов. Вот настолько он упал. 1 доллар равняется 380 армянских драмов. Для того, чтобы наши туристы всегда с нами были на связи, мы всегда рекомендуем, чтобы они взяли мобильную сим-карточку любого мобильного оператора, потому что они, в принципе, предлагают одинаковые условия. У всех прямо в аэропортах есть свои пункты, и просто за 2-3 доллара можно купить сим-карту и иметь безлимитный интернет, быть в постоянной связи и с нами, как с принимающей компанией, со своей роднёй. Это, ну, комфортнее и дешевле, чем подключить роуминг. Про Ереван. Ну, вы знаете, что столицей нашей прекрасной страны является Ереван. Ереван – один из древнейших городов, и несмотря на это, ну, возраст Еревана более 2800 лет, и несмотря на это, и современный облик Еревана, он очень такой современный, модерновый. Прогуливаясь по Еревану, можно увидеть всякие развлечения, кафе, рестораны, винотеки, ночные клубы, театры, кино, опера, выставочные центры, галереи. То есть ощущение того старого города, развалин у нас нет. У нас именно такой современный модерн город. Кстати, вот часто вот именно мои коллеги, которые бывают здесь, ну, были недавно здесь в гостях, один из них сказал, что вот почему-то есть ощущение, что Ереван похож на Париж, хотя для меня Париж – это совсем другое, я не могу никак сравнить Ереван с Парижем. Другая сказала, что мне комфортнее в Ереване, так как было комфортно в Вене, потому что вот прям такой маленький, уютный центр, все в шаговой доступности, все комфортно, поэтому мне почему-то показалось, что я в такой европейской столице. Про наши туры.
про наши туры на Новый год и Рождество. Смотрите, у нас есть групповые гарантированные круглогодичные туры, которые они, их можно приобрести также на новогодние даты, но мы именно здесь создали и предлагаем именно новогодние рождественские туры с учетом всех нюансов и рабочих, нерабочих дней, открытых и закрытых музеев в новогодние праздники, ну, это всегда так, в праздничные дни что-то работает, что-то не работает, поэтому мы как бы предлагаем, если вы продаете именно пакетный тур на новогодние даты, смотреть среди пакетных туров, пакетных новогодних туров на Новый год и Рождество, потому что все эти нюансы уже тут учтены. У нас целых 30 экскурсионных пакетных туров. Это довольно-таки обширный выбор для того, чтобы найти, ну, подходящий вариант. И промежуток этот с 27 декабря по 9 января. То есть в этом промежутке с разной продолжительностью, с разными днями заезда у нас есть разные программы. Сейчас мы посмотрим, какие это программы. Ну, до того, как я покажу, я просто хочу несколько фотографий вам показать, как выглядит Ереван во время Нового года, во время новогодних праздников. Вот украшается главная площадь города, площадь республики, там наряжается самая большая елка, там же собирают площадку, вот такую площадку для детей. Очень ярко все, очень красиво, очень празднично. Это прям прошлогодние фотографии для того, чтобы вы поняли, как выглядит Ереван в новогодние праздники. Вернемся к нашим пакетным турам. У нас по пакетным турам действуют две акции. Из этих 30 программ 6 самые продаваемые будут с акцией раннего бронирования. Скидка 10% при бронировании до 20 октября. Это мы взяли все самые, вот 6 самых продаваемых именно программ, ну, сделали статистику последних годов, последних лет, и взяли именно те, которые хорошо продаются. То есть в основном логика как работает? Под акцию продают то, что не продается, а у нас совсем наоборот. Мы хотим дать возможность нашим туристам, которые выбирают то, что им по душе, купить это в этом промежутке намного дешевле, чем ближе к датам. Поэтому про эту акцию тоже, пожалуйста, запомните. Если будете бронировать до 20 октября, то у вас будет другая цена, скидка 10%. И по всем нашим новогодним рождественским турам мы подготовили подарки для наших туристов, прям всем. То есть это не один подарок одной семье, это подарок каждому. Все совершеннолетние туристы от 18 лет, они получат от нас гранатовое вино. Это такое знаковое фирменное армянское вино, которое очень нравится всем нашим российским туристам в особенности. И они всегда это вино закупают, мы решили просто их, им как в качестве новогоднего подарка просто подарить. А дети до 18 лет, они получат от нас подарок армянский шоколад. Вот еще вторая причина, чтобы вы мотивировали ваших туристов купить именно новогодние пакетные туры. Они, ну, в принципе, мы тоже подтверждаем, просто я сейчас хочу именно акцентировать плюсики, почему именно новогодние программы стоят, чтобы на новогодние даты покупались. Потому что, а, можно покупать по акции, б, купив этот тур, у всех участников тура будут подарки от принимающей компании.
Так, вот перечень всех наших экскурсионных пакетных туров на новогодние даты. И вот в последней графе, где у нас красным идет акция, это те 6 программ, которые у нас будут под акцией с ранним бронированием. Это армянский Новый год, одна из самых продаваемых наших программ «7 ночей». Это армянский Новый год, 6 ночей. Это «Ирония судьбы» или «С Новым годом» по-армянски. Опять-таки, 7 ночей программа. Это авторская программа. Я потом вам про все эти программы расскажу. Это рождественская Армения. Это рождественская встреча с Арменией. И Новый год и Рождество в Армении. Это самый длинный пакет. Там 8 ночей. То есть с охватом и новогодних праздников, и рождественских праздников. И мы, как вы видите, здесь разные дни заездов, и суббота, и среда, и четверг, то есть во все дни есть заезды, и разная продолжительность дает возможность попадать под любой авиарейс. И цены, вот это в этой графе можно увидеть цену на человека. Мы никогда не делаем вот такие праздничные, искусственно вот такие жирные цены. Нет, у нас все по-обычному, и поэтому всегда наши программы очень хорошо продаются, и заполняемость у нас очень хорошая. Для того, чтобы вам было комфортно и нашему партнеру было комфортно, более так легко продавать, мы также на новогодние даты взяли блоки мест в наших отелях. Кстати, просто другая информация, которая касается и наших регулярных ежегодных программ, и наших новогодних программ. Мы в этих пакетных многодневных гарантированных турах предлагаем две категории отелей. Из отелей категории 1 у нас идет сбор на экскурсии, то есть автобус собирает туристов из всех этих отелей. И предлагается категория 2, где туристы, проживающие в этих отелях, сами добираются до пункта сбора. Во-первых, это дает нам возможность вот пакет с этими отелями предлагать по более недорогой цене. Во-вторых, если турист, даем выбор туристу, если турист не хочет жить ни в одном из предложенных отелей со сбором, то у него есть в 2-3 раза больше выбора выбрать среди этих отелей. Но сбор идет с самого сердца города, это отель Аниплаза, он очень центрально расположен. Мы специально выбрали все остальные отели так, чтобы они были в пешей доступности. То есть в среднем за 10-12, ну максимум 15 минут можно пешком дойти до места сбора, если ты не попал в тот отель, из которого у нас есть сбор на экскурсию. Там только один отель или два отеля, из которых, если там нужно взять либо метро, либо такси, потому что они чуть-чуть дальше находятся, а все остальные отели, они в пешей доступности. Это вот общая информация. Что касается блоков по новогодним нашим пакетом, то именно по пакетам у нас есть для пакетных туров есть мгновенное подтверждение, потому что мы в этих отелях Best View 3 звезды, Ширак 3 звезды, Ани Централ 3 звезды, Ани Плаза и Best Western Congress. Это отели, из которых у нас сбор, имеем блоки мест, и Opera Suite тоже, отель Opera Suite нет сбора, но он находится в 12 минутах пешей ходьбы до пункта сбора. Тоже мы взяли блоки мест, потому что это один из хороших, моих любимых отелей 4 звезды, и мы хотим, чтобы туристы именно попали в лучшие, рекомендуемые нами отели, потому что от отеля тоже зависит, какой потом будет отзыв от туриста. То есть, выбирая пакет с проживанием в одном из этих отелей, вы получаете мгновенное подтверждение. Варианты программ, просто чтобы посмотреть, что у нас
входит. Вот это армянский Новый год, 7 ночей, который у нас идет также под акцией. Смотрите, мы о новогодней программе, исходя опять-таки из всех прошлогодних практик, мы в этом году сделали так, чтобы оставить свободным 31 число, потому что практика показала, что в этот день все хотят готовиться к новогоднему банкету, им нужно в какие-то салоны нарядиться, успеть, пока торговые центры не закрыты, что-то там купить и все такое, и вечером быть готовыми к новогоднему банкету. К сожалению, сейчас, предлагая новогодние пакетные туры уже в продажу, мы не предлагаем пока еще новогодние банкеты. Почему? Потому что, к сожалению, наши рестораны пока еще не определились. Но это отдельно, как только это будет готово, мы отдельно выставим, и можно будет докупить этот вариант, то есть не обязательно ждать, пока и новогодний банкет у нас будет готов, можно купить пакет отдельно, банкет отдельно. Но 31 число — это всегда, какая цена была банкет в 23 году, мы предлагаем всегда разные варианты. У нас были разные варианты, и там $70 на человека, и 120, и 150, смотря, и вообще 200, потому что есть очень такие фешенебельные места, такие понтовые, люксовые, смотря какой клиент. Раз у нас аудитория разная, мы предлагаем разные банкеты, варианты банкетов, чтобы все категории туристов смогли участвовать. Деток, с какого возраста рекомендуется брать с собой? Смотрите, на экскурсии, у нас таких запретов нет, так как вы должны знать своих детей. Если у вас ребенок не шумный, не будет плакать, у нас были и там месячные дети, которые просто сидели, никто их не замечал. Мы взяли в экскурсии, брали в экскурсии также там пятилетний коллега наш, агент со своим сыном пятилетним был. Он такой заинтересованный был, даже мы не думали, что вот пятилетний ребенок может быть таким заинтересованным. Поэтому мы всегда там в программах пишем, что желательно с 6 лет, но по практике у нас было и вот 3-летний, и 4-летний, и 5-летний мальчик, про которого я просто забыть не могу, он такой заинтересованный был и обещал вернуться. Это все зависит, то есть ответственность родителей. Если родитель знает, что у него такой ребенок, который все время плачет, все время там, он не переносит, он устает, не переносит длинные дороги и так далее, тогда желательно организовать в индивидуальном порядке, чтобы эти дети не мешали другим. Все-таки это групповой заезд, и нужно уважать также других туристов. Вот. И уже вернемся к логике наших новогодних пакетных туров. Как сказала, 31 число свободно, чтобы потом люди смогли подготовиться к банкету. 1 числа, опять-таки по практике, первая половина дня мы оставляем свободным, потому что люди до утра там празднуют, встречают Новый год, и утром не бывает состояния просто ехать куда-то. Поэтому 1 числа у нас есть только вечерняя программа. Здесь в этом туре его нет, в следующем туре я про него тоже расскажу. И уже со 2 числа у нас идут подряд экскурсии, это полноценные экскурсии, и они в обычном режиме проходят. То есть конкретно по этому туру, это обзорный тур по Еревану, это озеро Севан, Севан-Эванг, курортный город Дилижан, это Гарни Гегард с мастер-классом выпечки лаваша, это памятник алфавиту, посещение винного замка, это очень красивый замок, я вам потом покажу, и дегустация вин. Вот, это вот такая программа. Вторая программа – это ирония судьбы или с Новым годом по-армянски, как я уже сказала, это наша авторская программа. Смотрите на фотографии, вы видите армянского Дед Мороза. Армянский Дед Мороз, он не похож ни на Деда Мороза, ни на Санта-Клауса. Его зовут Карант, Карант Пап.
Почему? Потому что он не одет в эти красно-белые наряды. У него такой наряд вот такого цвета земли и цвета деревьев. То есть коричнево-зеленый наряд. Почему? Потому что в старину армянский Новый год он проходил в августе, 13 августа, это лето, и символизировал плодотворность, то есть праздновали именно вот период, когда уже созревает все, поэтому у него в руке и назывался наш Новый год Навасарт, а не Новый год, и поэтому у него в руке такая символика, вот колос пшеничный, дерево с фруктами, то есть все было связано именно с периодом, когда созревает земное добро в нашей стране. Вот поэтому у нас такой кавандпап зеленый, а не красный. Вот. И что по этому туру? У нас опять-таки ну, все экскурсионные программы включены, свободный день у нас 31-го, чтобы подготовиться к новогоднему банкету. И, как я сказала, 1 числа у нас только вечерняя программа, и это эксклюзивная программа, когда мы едем в гости к известному композитору, джазовому композитору, домой, к Гари Киосаяну, и там у нас для наших туристов подготовлен ужин, новогодний праздничный ужин. Кстати, жена композитора, жена маэстро сама этот ужин готовит. И получается такая приватная встреча с известным человеком, с ужином и с музыкальной частью, потому что у него дома есть рояль и домашний орган. Он после трапезы начинает играть, вместе с женой поют. Очень такая уютная, приватная, эксклюзивная обстановка. Очень-очень-очень нравится всем нашим туристам, даже повторные туристы возвращаются и повторно желают попадать в эту программу. И опять-таки все остальное, все остальные основные достопримечательности, экскурсии включены. Про эти экскурсии я вам отдельно расскажу. Новый год и Рождество в Армении – это та программа, которая длится дольше всего, 8 ночей, и с охватом и новогоднего банкета, новогоднего праздника, и, тут неправильно дата написана, до 7 января. Кстати, у нас армянский Новый год, он 6 января, то есть все эти, Рождество 6 января, и все эти рождественские празднования у нас делаются 6 января. И именно в этот день в нашу программу мы включили рождественский обед, потому что мы очень хотим в аутентичном ереванском ресторане, в таком старом ереванском доме, для того, чтобы вот передать эту атмосферу, как мы, местные жители, празднуем Рождество, какие блюда готовим, что пробуем, какие там тосты говорим, все такое, для того, чтобы наших туристов именно вовлечь в такую локальную, местную, традиционную обстановку, праздничную, главную обстановку. Ну, Рождество в Армении тоже один из вариантов программ. Чудеса армянского Рождества, опять-таки, вариант, ну, не буду перечислять все варианты, они экскурсионные, есть день прилета и день вылета у нас свободные, потому что мы встречаем под любой авиарейс. Турист, если прилетел чуть позже вечером, мы не хотим, чтобы он что-то пропустил, поэтому мы первые и последние дни оставляем свободными, чтобы никто не напрягался, и со второго дня уже у нас идет экскурсионная программа. И, конечно же, есть у нас рождественская программа для семей с детьми. Вот как раз-таки еще ответ на вот предыдущий вопрос. У нас в Ереване действует парк аттракционов, кстати, один из лучших и больших парков. Мы говорим, это ереванский Диснейленд, там очень много разных аттракционов, и крытая часть, и закрытая часть, можно там провести целый день. И вот
как раз-таки в этот тур мы включили посещение ереванского Диснейленда для семей с детьми, чтобы они уже знали, что для них организован и куплен билет, входной билет в этот аттракцион, в этот прекрасный парк. И так как это тоже рождественская программа, вот посещение винного замка, кстати, это винный замок, там дегустация, но для детей, естественно, дегустации нет, дегустации вина нет, все остальное, то, что там на столе, конечно, они сырые и все такое, они могут этим угощаться, но как винный замок, он очень интересен и очень впечатляет детям, поэтому я включила эту программу также вот сюда, чтобы вот дети увидели, какой у нас есть прекрасный винный завод, который напоминает такой средневековый замок. Кроме пакетных туров, у нас также можно в новогодние даты отдельно бронировать ежедневные экскурсии. Например, не знаю, кто-то там по делам, у него своя программа, вот полный пакет экскурсий многодневного тура не может приобрести, но есть 1-2 дня свободных и хочет чем-то заняться. Вот это график у наших ежедневных экскурсий на новогодние даты, которые тоже у нас выставлены на сайте нашего любимого партнера Fun & Sun. И можно, купив отель, также добронировать сразу в эти экскурсии. Кстати, если я не ошибаюсь, ну, я не ошибаюсь, у нас есть акции, когда вот там турист покупает, ну, пусть коллеги из Fun & Sun меня исправляют, но если турист покупает отель более 3 ночей, то у нас идет трансфер в подарок, а если там есть, то есть турист покупает 2 экскурсии, я просто сейчас не помню, если честно, наизусть, но какая-то акция есть, которая связана именно с покупкой, с добавлением ежедневных экскурсий к бронированию отель only, то есть обязательно смотрите, там найдите это все на сайте Fun & Sun, чтобы купить все по самым выгодным нашим предложениям. Так, что входит в наши экскурсионные программы? Я постараюсь быстро. Какая погода обычно на новогодние праздники? Смотрите, раз не приходится. У нас зима в основном такая мягкая. То, что куртки нужно одеть... Да, нужно одеть, потому что это не так, как в Дубае. То, что в прошлом году, например, снега не было, абсолютно никакого снега не было, но бывают и зимы, когда бывает снег. Это не московские морозы, это где-то плюс 7, плюс 10, в районах может быть 0, вечером может быть 0, в северных районах может быть где-то минус 5. Вот такая приблизительно у нас погода бывает зимой. Что входит в нашу обзорную экскурсию по Еревану? У нас обзорная экскурсия, она комбинированная. Комбинированная, то есть часть на автобусе, часть пешая, то есть автобусом мы охватываем все главные достопримечательности и проспекты, и дальше идет пешая прогулка по самому центру, по историческому центру, и мы проезжаем и проходим через Ереванский каскад, это один из лучших центральных достопримечательностей города, это просто музей под открытым небом, не в кавычках, а не в переносном, а в прямом смысле, потому что здесь на открытой террасе расположены скульптуры очень известных
скульпторов, например, таких как Фернандо Ботеро, к сожалению, два дня назад этого известного скульптора уже не стало, как ни печально. Там есть эскалатор, по которому можно подниматься до вершины Ереванского каскада, и вот рядом с этим эскалатором тоже есть инсталляции известных мастеров, известных художников, таких как, например, Сальвадор Дали тоже. И вот поэтому в прямом смысле это музей, открытый музей без входных билетов. Здесь же находится очень много кафе, ресторанов, можно остановиться, вечерами вернуться, здесь найти, ну, провести свой досуг. Очень такое интересное место. А с верхней площадки открывается вид на город. Иногда, если погода, ну, зимой, ну, везет, у меня были личные мои гости, с которыми я в декабре, 21 декабря, прям помню это число, мы поднялись на каскад, и оттуда просто потрясающая была погода, был потрясающе виден Арарат. Ну, если с погодой повезет, то со смотровой площадки можно будет также увидеть гору, библейскую гору Арарат. Далее у нас идет Северный проспект, это относительно новая часть города, этот проспект, который соединяет две основные площади, площадь Республики, центральную площадь города и Театральную площадь. Здесь в основном новостройки, жилые дома, офисы, а под землей действует торговая улица, то есть прямо в центре города у нас есть, можно сказать, торговый центр. Он не такой большой, как вот другие торговые центры, но тоже вариант, чтобы прогуляться, какие-то делать покупки. Далее мы идем к Театральной площади. Это наше здание нашей оперы и балета. Здание, которое получила гран-при как архитектурный шедевр в 1953 году в Париже. Рядом с Театральной площадью находится Лебединое озеро, озеро, которое по своему контуру напоминает контуры озера Севан. В зимнее время это озеро превращается в каток. Кстати, еще одно место для развлечений для детей. Здесь новогодние даты в разных точках города действуют также рождественские вот эти маркеты, рынки, где можно там и для детей очень много развлечений, где можно вот всякие вкусности купить, горячие коктейли, глинтвейны. То есть вот эта европейская атмосфера рождественских праздников, он царствует также в Ереване в новогодние праздники. Далее у нас идет посещение вот этого центральной площади Республики. В новогодние даты там, вот я показала в начале презентации, там строят такой детский праздничный городок для того, чтобы дети там поиграли. И заканчивается это все посещение мемориала Цицерна-Кабарт. Это мемориал, посвященный геноциду армян. У нас есть, кстати, на новогодние даты этот конечный завод закрыт, но до 31 числа в программах он есть. Один из самых посещаемых мест в Армении, в Ереване. Визитная карточка, можно сказать, нашего города – это коньяки Арарат. Здесь мы проходим тур по заводу, дегустируем коньяки. Далее у нас популярная экскурсия – это озеро Севан, Севан-Аванг и монастырь Агарцин. Кстати, маленькая ремарочка, все горные вот эти достопримечательности, если вдруг, ну, в прошлом году такого не было, мы, так как снега не было, мы доезжали до всех достопримечательностей, но у нас в программах отмечено, что если вдруг по погодным условиям что-то там, какая-то дорога, все-таки это горы, это горные тропинки, дороги, если что-то там закрывается, то вот эта достопримечательность автоматически отпадает. Но у нас в программах Севан-Аванг, город-дилижант,
стопроцентно они будут в зимний период, а посещение монастыря Агарцин – это зависит от природы, вот так скажу, от погодных явлений. Если погода позволит, то обязательно. Про винный замок, про который я говорила, вот это очень интересное место, очень интересно не только взрослым, но и детям, потому что это очень классная локация, красивая, очень красивая получается тут фотография. Вот смотрите, это замок. Кстати, замок построили недавно, построили на территории старого винного завода, заброшенного, который был выкуплен тремя братья купили этот завод. Один художник, другой архитектор, третий ремесленник, и они вот решили создать вот такой, они лично своими руками вот построили вот такой завод, он очень посещаемый сейчас, и, кстати, у других операторов этой экскурсии нет, это наши эксклюзивное предложение, экскурсия в Алфавит, в Казахское ущелье, которое считается местом силы, завершается посещением этого замка и дегустацией. Мы проходим через все эти подвалы, сокровищницы, смотрим, как хранится вино, и в конце, в дегустационном зале, всех наших туристов ждет дегустация трех. Гарнии. Вот вы видите, вот это наш языческий, единственный сохранившийся храм на территории Армении, храм Гарнии. Далее высеченный в скале монастырь Герард. Здесь, почему Герард в переводе означает копье, потому что долгие годы вот святое копье, которым пронзили Христа, хранился в этом именно монастыре. И здесь же из недр земли течет святой родник. И мы всегда советуем нашим туристам взять с собой маленькую бутылочку для того, чтобы запастись вот именно этой святой водой, которая лечит многие заболевания. И завершается наша экскурсия мастер-классом по выпечке лаваша. Это очень интересно, когда туристы сами могут попробовать испечь лаваш и дегустировать, конечно, этот лаваш свежеиспеченный, ароматный, вкусный, с деревенскими сырами, потому что мы все это делаем в деревне у местных жителей. Еще одно направление – это к югу страны, Хорвирап Нураванг винный завод Арени. Очень красивое направление. Вот первая точка – это посещение Хорвирап. Это самая близкая точка к горе Арарат. Вот видите огромную гору, и у подножия этой горы стоит у нас Хорвирап монастырь. Далее мы едем в самый-самый древний винодельческий регион. Это регион Арени. Вот вы здесь видите эту пещеру, это пещера, пещере больше 6 тысяч лет. В этой пещере нашли самую древнюю винодельню, которая тоже более чем 6 тысяч лет, и самый древний кожаный башмак человечества. И этот башмак, он настолько важен, как исторический артефакт, что он хранится то у нас, то в Британском музее. И далее, вот здесь у нас остановка в маленьком винзаводе, мы дегустируем вина, и далее продолжение к этому прекрасному монастырю, который находится среди красных скал, называется этот монастырь Нораванг. Далее Чмиадзин – это направление, оно популярно тем, что это армянский Ватикан, это наша духовная столица, здесь главная кафедральная церковь, резиденция католикоса. Но почему туристы рвутся сюда? Потому что здесь, в музее, который называется «Сокровище Чмиадзина», хранится святое копье, которым пронзили Христа. Вот копье, про которого я говорила, что оно хранилось в Герарте долгое время, а сейчас оно хранится в музее святого Чмиадзина. И кусочек Ноева ковчега вот здесь, под этим крестом, именно кусочек, который во время одной из экспедиций нашли, и оно хранится в сокровищнице Эчмиадзина.
Эчмиад во время вот этой экскурсии также у нас есть посещение руин храма Сварной, тоже очень красивое место, тоже красивое для того, чтобы делать фотографии. И это, ну, кроме того, что это древнее историческое место, здесь очень хорошие получаются фотографии на фоне этих руин, колонн и на фоне Арарата, потому что отсюда тоже открывается очень классный вид на Арарат. Про ужин и джаз-вечер у Гари Кёсаяна. Это та эксклюзивная программа, которую мы предлагаем именно вечером 1 января, чтобы продолжить новогоднее настроение. Вот смотрите, это дом маэстро, у него собственный частный дом, вот домашний орган, рояль, и здесь же он принимает своих гостей, угощает, он также художник, вот дом обставлен, украшен его же собственными картинами, он рассказывает, он долгие годы жил в Соединенных Штатах, работал со известными джазменами, известными артистами, он все про это рассказывает, про свое творчество, играет, угощают. Очень-очень-очень-очень все проходит душевно. То есть это не... Это прям очень реально. Это не постановка, типа вот мы давайте мы сделаем театр, вы придете, вот займете ваши места и будете смотреть. Нет, это когда мы идем в гости и сами становимся участниками волшебства, так скажу. Какие у нас отели, базовые отели по нашим новогодним программам? И по этим отелям у нас, я говорила, есть блоки мест. Это самый эконом-вариант отель Bestview. Это мини-бутик-отель, который не в центре, он где-то в 3 километрах от центра. Там всего 20 номеров, номера уютные, свежие. То есть нет такого, что это эконом, и там будет некомфортно туристам. Нет, просто это эконом, потому что он находится, это потому что бутик-отель, дом, можно сказать, превращенный в отель, и он находится чуть дальше от центра. Ну, 3 километра по армянским меркам, это немного не центр. Средняя площадь номер 40 метров, довольно-таки уютные, большие номера для отеля эконом-класса. Отель «Ширак», он находится как раз-таки в центре, в 150 метрах от площади Республики, тут номерной фонд большой, тут мы селим наших туристов только в улучшенные стандарты, потому что их стандарты не соответствуют нашим стандартам. У них улучшенные стандарты, они отремонтированные, уютные, там все чисто, хорошо, красиво, поэтому у нас с ними контракт, чтобы мы имели возможность взять именно эти улучшенные стандарты по самой хорошей, доступной, низкой цене. Далее идет отель «Ани Централ», это тоже отель 3 звезды, один из самых продаваемых, он находится чуть дальше, чем отель «Ширак», но опять-таки это центр, где-то там 300 метров, 350 метров от площади Республики. Тут все туристы, которые жили в этом отеле, никаких отрицательных отзывов никогда не было, все довольны, завтраки хорошие, есть бассейн. Бассейн вне сезон входит в цены наших пакетных туров, в сезон, к сожалению, нет. У них вообще не входит бассейн, но просто мы с ними договорились, чтобы хотя бы вне сезон он был доступен для наших туристов. Наша базовая четверка – это отель «Ани Плаза». Цена-качество, я очень рекомендую именно этот отель. Это как раз-таки тот отель, с которого идет сбор на экскурсии. В этом плане тоже удобно. Хорошие, чистые, большие номера. И центральное, супер центральное расположение. Очень комфортно для того, чтобы вот просто после экскурсии самостоятельно выходить, прогуляться по городу, покушать поблизости и все такое. Здесь бассейн входит в стоимость.
Best Western Congress Plus тоже, это уже цепочка, получается, Best Western. Хороший отель, хорошие номера, есть собственная винотека в лобби отеля, очень хороший ресторан. И я особенно люблю этот отель в летнее время, потому что, вот смотрите, у них очень хороший, классный открытый бассейн. Отель Opera Suite, тоже рекомендуемый мною отель, он особенно я рекомендую для семей с детьми, потому что здесь в этом отеле в каждом номере, даже в стандарте, есть маленькая кухонная зона. Поэтому просто запишите для тех, кто спрашивал про отдых с детьми, это особенно важная информация. Какие правила нужно, ну, знать по нашим турам? То, что мы встречаем наших туристов, иногда они теряются, иногда не знают, с какой табличкой их встречать. Это ярко-оранжевая табличка, эту табличку просто невозможно не замечать в аэропорту. То, что сбор нам нужно также знать, что сбор на гарантированные экскурсии при приобретении пакетного тура осуществляется из выбранного отеля в промежутке с 9:20 до 10:00. И также в основном это не часто бывает, но по погодным или по каким-то условиям мы имеем право менять местами экскурсий, либо предложить альтернативу. Например, сегодня у нас такая была ситуация, что сегодня храм Гарни был закрыт, а сегодня у нас день именно вот такого тура в храм Гарни. Мы переиграли. Вчера у нас был Севан, мы переиграли, мы всех вчера отвезли в Гарни, а сегодня всех везем на Севан. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы наши туристы из-за того, что там какое-то мероприятие, просто пропустили эту достопримечательность. Вот поэтому такие нюансы, они не часто бывают, это может быть, не знаю, 3 раза в год, но такое тоже может быть. И еще немаловажная информация, тоже туристы почему-то про него не знают, либо эта информация не доходит, хотя мы всем даем наши ваучеры. Трансфер, обратный трансфер. По прилету мы встречаем с ярко-оранжевой табличкой во время прилета. И трансфер, обратный трансфер в аэропорт осуществляется за 3 часа до времени вылета из отеля проживания. Про горнолыжный курорт быстро-то расскажу, чтобы я уже вижу, что мы уже 50 минут говорим, чтобы вы не очень устали. Горнолыжный курорт Цахкадзор – это профессиональный горнолыжный курорт, и он действует еще с советских времен. Там это действительно профессионально, потому что еще в советское время его сделали для того, чтобы тут тренировалась советская олимпийская команда, а сейчас его отремонтировали, восстановили, там хорошие трассы, европейский подъемник, все по европейским стандартам. Находится Цахкадзор, там в 45 минут, в 45 минутах езды от Еревана, самая верхняя точка 2820 метров. Время езды от аэропорта Звартноц до Цахкадзора – это где-то приблизительно 1 час, час 15 минут. Это очень близко. Вот эта карта Цахкадзора, а карта доступна в интернете также. Все могут, я понимаю, что сейчас не все так хорошо видно, потом можете скачать, и есть также презентация, наверное, доступна будет это посмотреть. Склоны гор в Цахкадзоре, они состоят из 3 участков. Верхние – это черные трассы, кресельный подъемник 1000 метров, средний для спокойного катания, подъемник 800 метров, и нижний участок – это желоб, требующий высокой техники, трасса, там подъемник 9000 метров. Там, как я сказала, в Цахкадзоре действует трехступенчатая канатно-кресельная дорога компании Лейтнер, итальянская компания, с общей протяженностью 4,5 километра. Восхождение до самой последней точки занимает 40 минут. Вот еще информация про станции. Там 4 станции. Мощность сейчас по станциям где-то самая большая – это 1200 человек.
Опять-таки, эта информация вам будет доступна, чтобы это все детально вам не прочитать. Можете просто фотографию делать, я минуточку подожду, если это важно, если кто именно продает именно горнолыжные туры. Вот. В климат Цахкадзори там мягкая зима, и несмотря на то, что погода холоднее, чем в Ереване, там очень солнечная зима. Вот такой контраст снега, вот и на этой фотографии тоже видно контраст снега и солнца. Число солнечных дней, как вы видите, 270 солнечных дней. Снегопады бывают значительные, что обеспечивает прочный снежный покров толщиной до 1 метра 40 сантиметров. Лыжный сезон у нас длится... Вот там просят презентацию, я думаю, да, коллеги из Fun and Sun, они вам всем отправят презентацию. Лыжный сезон длится с середины ноября до середины апреля. Хотя я вам скажу, что в прошлом году даже в декабре снега не было, очень такая теплая зима была, раз не приходится. Было и с октября, вот прям уже горнолыжный сезон начинался, было и как в прошлом году, что и в декабре люди ждали, когда будет снег. Ну, средняя температура зимнего периода – это минус 6 градусов. Так, прокатки – это усредненные цены. Где-то прокат горнолыжного снаряжения в день от 30 долларов. Прокат санок 15 долларов. Скипас там на день 25, на 7 дней 150 долларов. Но для того скипас, к сожалению, заранее не продают. Мы не можем купить скипас и продать вместе с пакетом. Такая уж специфика у этого курорта. Они только продают на месте туристам. Отели Цахкадзора. Кстати, Цахкадзор предлагает очень много разновидностей отелей. И от эконом-отелей 3 звезды до люкс-отелей, до сетевого Мариотта. То есть под любой бюджет здесь можно найти варианты заселиться. И, ну, к сожалению, сейчас просто даю информацию, вот на данный момент у нас цены на отели Цахкадзоры до 30 декабря, на новый сезон 24 года пока еще отели не определились, и это всегда так, где-то в ноябре они определятся, нам отправят расценки, просто чтобы вы сейчас знали, что такой курорт есть, и что цены будут доступны где-то через месяц. Если возможно будет пораньше, конечно, мы отправим пораньше, и что в этом курорте можно найти все под любой бюджет. Вот это центрально расположенный отель в самом центре Цахкадзоры, отель 4 звезды, есть боулинг, очень хорошие просторные номера, есть спортзал. И, кстати, многие отели, почти 99% отелей делают трансферы до подъемника. Хотя Цахкадзор маленький, можно даже пешком дойти до подъемника, но все равно с этой лыжной экипировкой не очень легко, поэтому почти все отели делают свои трансферы два раза в день, то есть утром и вечером везут обратно в отель. И там на горах тоже инфраструктура есть, то есть ресторанчики, кафе, там чайные ларьки для того, чтобы туристы, которые весь день там катаются и имели возможность пообедать, там выпить горячего чая, кофе и все такое. Цахковит – это отель 3 звезды эконом, но для отеля 3 звезды эконом, у которого очень-очень доступные цены, вот смотрите, это довольно-таки свежий, ну, простые номера, свежие, отремонтированные, с рестораном, с бильярдом, с помещением для хранения лыж и с номерами, где есть рабочие столы для тех, кто работает и отдыхает. Отель «Россия» – это очень хороший семейный отель, потому что здесь очень много площадок для развлечения с детьми. Есть также аниматоры, которые могут заниматься вашими детьми, если вы там планируете отделиться на часа два
Есть бассейн, который входит в стоимость, есть тут цены также с трехразовым питанием. Хотя для цирка-дзора я всегда рекомендую либо на завтраках, либо двухразовое питание. Почему? Потому что если вы будете все время в горах кататься, чтобы не бежать обратно в отель, пообедать и возвращаться, лучше это делать там, в горах, там есть возможности. Плюс вечерами, это город цирка-дзор, там есть также ресторанчики, можно вечерами не в отеле перекусить, ужинать, а в каком-то из городских ресторанчиков. Альва-отель – это тот отель, который находится прямо у подножия канатки, и поэтому отель продается быстрее всего. То есть если люди хотят попасть именно в этот отель, то нужно заранее его бронировать. Отель «Мариотт» Цахкадзоровский, который я очень люблю, это по всем стандартам «Мариотта», и шикарный бассейн, и шикарные рестораны, и хорошие номера, и даже вот хорошие детские площадки, сауна, бильярд, и даже есть тут казино для любителей казино. Ну, в принципе, я быстро прошлась. Быстро рассказала про Цахкадзор. Если у вас остались вопросы, можете задавать. Если нет, я задам вопрос, чтобы вы получили подарок от меня. Нет, вопросов нет. Тогда, может быть, вы запомнили? Может быть, вы запомнили, как называется армянский Новый год? Каранпап – это армянский Дед Мороз. Я сейчас спрашиваю, как называется армянский Новый год. Навасарт, правильно. И Сергей Перемутов получает от меня в подарок гранатовое вино. К сожалению, Вера, Сергей вас опередил. И еще есть второй у меня вопрос. Если вы ответите на этот вопрос, то вас ждет бесплатная экскурсия от меня, когда вы будете в Ереване на озеро Севан. Кто знает, из чего готовят самый популярный деликатес, севанский деликатес, какие кебабы, из чего они готовят? Нет, не баранина. Самый известный. Нет. Ну, нет, не форель, не тыква. Из раковых шеек. Мария Бегаева. Мария, вы получаете от меня экскурсию на озеро Севан. Приезжайте в Армению. Это экскурсия в подарок. Вы поедете и сами продегустируете вот эти самые вкусные, известные кебабы, известные, которые готовят из раковых шеек. Это очень вкусно, я прямо их очень-очень обожаю. Вот и все, друзья. У меня закончилась презентация. Я еще раз напоминаю, что пока до 20 октября у нас действует скидка, акция на пакетные новогодние туры. Я очень жду ваши бронирования, очень жду ваших туристов, очень жду вас самих. Спасибо вам большое, я отключаюсь. До новых встреч!